Центр Люблина. 102 квадратных метра. Апартаменты. Смотрим. Заходим. Попадаем сразу в огромную гостиную. Реально огромную. С вот такой вот кухней в виде острова, где вы можете сидеть прям как в собственном баре. Здесь вот ваши все друзья собираются. Телевизор. Здесь вы вот все готовите, полностью все оборудовано, здесь все встроено, все как должно быть. Кондиционер, если будет жарко. Ну, а кто захочет выйти на перекур или просто отдельно посидеть, то здесь вот огромный балкон, я бы сказал, это, не знаю, терраса, массандра, кто как любит, так это называет, с выходом на зеленый вот такой вот дворик. Это центр, центр Люблина. И мы переходим дальше. Я покажу вам, какие здесь еще две спальни. Вот, смотрите, идем, прям долго идем по коридору. Прям долго, да, доходим до спальни. Вот у нас будет здесь спальня. Кровать двуспальная здесь в такой нише. Здесь прям чуть ли не геймерское сиденье, кресло такое. Тоже вид из окна на центр Люблина. Здесь же у нас находится гардеробная, причем огромная гардеробная, которая переходит в санузел. Сразу скажу, что здесь два санузла, и на каждую комнату здесь по одному санузлу. Ну и идем как раз ко второй комнате. Значит, вот мы выходим. Выходим из этой комнаты. Здесь напротив кроватки у нас еще такой читальный диванчик с полочками под ваши любимые книги. И мы переходим в другую комнату. Сейчас она начинается вот здесь из санузла. Смотрите, большая ванная. Отдельная душевая кабина. Умывальнички тут. Очень хороший ремонт. Сразу заезжаете, живете. Подсветочки, все дела. Здесь у нас встроенная стиральная машина в таком коридоре. И тут мы попадаем в огромную, светлую, солнечную спальню, тоже с видом на старый Люблин. Апартаменты находятся в новом здании, не знаю, сейчас будет видно или нет. Это не старый дом, это вот новое строительство, новый дом, да. И вот такой апартамент у меня сейчас есть для вас в наличии. Конечно же, цены вы видите на экране. Кого заинтересовало, обращайтесь, звоните. У кого будут вопросы, задавайте. Всем отвечаю.